Итак, специальный корреспондент неизвестного канала Александр Мэтт. Мы сейчас находимся в Рижском заливе. Как видите, могу подтвердить, что, как сообщил первый канал российский, в Риге и в Латвии ураган. Ураган. Ураган! Так что все жители Санкт-Петербурга срочно прячьтесь, забирайтесь на крыши. Потому что в Риге ураган. Как видите, вода поднялась уже на минимум на полметра. Очень тяжелая обстановка. Море бушует. Специальный корреспондент Александр Мэтт прямо из Рижского залива.